Mes chers amis, bonjour. Безличный оборот Илья, который передает понятие в русском языке «есть», «наличествует». В качестве смыслового примера можно привести две фразы. «В твоем сердце есть любовь, а в банке есть много денег». Безличный оборот Илья имеет очень широкое применение в устной речи. Безличный оборот Илья имеется, есть, наличествует. Илья ла мэр, пред ну, есть море около нас. Пред ну, Илья ла мэр, около нас есть море. Илья, есть, наличествует. Илья une petite ville, пред де ла мэр. Есть маленький город около моря. Près de la mer, il y a une petite ville. Около моря есть маленький город. Il y a du vent, ветрено, дует ветер. Il y a un peu de soleil dans l'eau froide. Есть немножко солнца в холодной воде. Dans l'eau froide, il y a un peu de soleil. В холодной воде есть немножко солнца. Il y a un très beau lac dans les montagnes. Есть красивое озеро в горах. Dans les montagnes, il y a un très beau lac. В горах есть красивое озеро. À Monaco, il y a une très belle vue. В Монако есть прекрасный вид. Il y a une très belle vue à Monaco. Есть прекрасный вид в Монако. Il y a un pigeon qui marche sur le balcon. Есть голубь, который ходит на балконе, по балкону. Фраза из повседневного русского языка примерно будет выглядеть так. На балконе есть голубь, который ходит. Русская фраза, как правило, не начинается с «есть». Есть голубь, который ходит на балконе. Но французская фраза может начинаться с «Илья». «Илья un pigeon qui marche sur le balcon». Есть голубь, который ходит по балкону. Il y a un couple qui admire la nature. Есть пара, которая любуется природой. В русском языке мы скажем «пара любуется природой». Il y a le soleil qui se couche. Есть солнце, которое садится. Или просто солнце садится. Il y a des touristes qui admirent la vieille ville. Есть туристы, которые восхищаются старым городом. Come on, come on, come on.